463 тисячі мешканців області вже отримали субсидії. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Управління соцзахисту переконують, процедура її отримання спрощена максимально. Так, сьогодні, аби користуватися пільгами, необхідно заповнити лише два документи – заяву та декларацію. До того ж, зробити це можна вдома, тим самим уникнути черг в управлінні соцзахисту. Для того, щоб не стояти в очереді, ці ж самі документи можна заповнити вдома. В бумажном виде можно воспользоваться сайтом mygov.org.ua, подать их в электронном виде, не выходя из дому. Можно воспользоваться официальным сайтом Министерства социальной политики. Но в этом случае нужно будет прийти в управление с номером заявки, зарегистрированной на сайте Минсоцполитики, поставить дату и подпись. На сегодняшний день есть сайт mygov.org.ua, то есть через него как бы приходят заявления, люди отправляют. И, конечно же, если человек дает согласие на электронно-цифровую подпись, то он в управление не приходит, он только получает на свой электронный адрес, потом уже уведомление о назначении субсидии, там, где уже все ясно и понятно.